Вот уже более 2 лет в Подмосковье работает программа по раздельному сбору отходов. На комплекс по переработке «Юг» компании «РТ Инвест» они поступают из Коломенского, Лыткаринского, Котельников, Дзержинского, Ленинского и Домодедовского округов Подмосковья. Именно их бережливые жители невольно и приняли участие в необычной акции. Сюда в приемное отделение комплекса поступают твердые коммунальные отходы с Коломенского, городского и других городских округов Московской области. Из этих твердых коммунальных отходов извлекаются полимеры, стекло, металлы, бумажная продукция. В дальнейшем все это поступает на переработку. Список вещей, которые производятся из вторичного сырья, довольно большой. Входят в него и елочные игрушки. Для их производства используется пленка. Ее для создания праздничных шаров специально собрали на пункте переработки отходов. Пленка поступает достаточно хорошего качества, пригодная для переработки, гранулирования и изготовления из нее каких-либо изделий в дальнейшем. И таким изделием скоро станет елочная игрушка. Но сначала спрессованные брикеты отправляют на специальную фабрику, расположенную в Воронеже, где полиэтилен перерабатывают в особые капсулы. Именно из них и делают впоследствии различные изделия. С подмосковного КБО пришло 200 килограмм пленки. Материал достаточно хорошего качества, из которого можно сделать хорошую продукцию. Из 200 килограмм пленки мы сделаем 75 килограмм гранулы. Дальше получившийся материал отправился в новое путешествие, на этот раз в Санкт-Петербург. Именно здесь расположился завод по производству елочных игрушек из пластика. Из полученного сырья удалось сделать целую 1000 шаров. Это финал производства елочных игрушек из вторсырья. У нас получился такой симпатичный шарик, елочное украшение. Это был очень интересный опыт. Я считаю, что это очень важно для нашей страны, так как вторсырье может получить новый шанс на жизнь. Опять же, уменьшится количество мусора в стране. Свое окончание история получила в экопарке Губайлова на территории Красногорска. Здесь получившимися шариками украсили несколько елок. Впервые в России елочные украшения выполнены целиком из вторичного сырья, без добавления первичных полимеров. И это стало возможно благодаря активному внедрению системы раздельного сбора мусора. Раздельный сбор – это прежде всего раздельный сбор в голове. А в голове можно что-то вырастить с детства. Поэтому мы, как все-таки часть большой госкорпорации, и задумываемся прежде всего о России и о глобальном таком экологическом проекте по управлению отходами. Благодаря таким программам, а также сознательным жителям, и вред экологии наносится меньше, и различные материалы обретают вторую жизнь. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.